Почти доделали уже дом. Дверь готова. Для вентиляции фрамуга готова. Вход готов. Отопление поставили. Перегородка сделана. Еще идут немного сварочные работы. В общем, еще немного и будет все готово. Свет, все сделано. Останется навести порядок, отмыть, сделать заднюю стенку, утеплить, чтобы там не дуло ничего. Ну и в принципе все, думаю, с просушкой краски, всего остального 2-3 дня и можно будет Грому заезжать.